вторник, 15 ноября, Бюро национальной статистики Великобритании опубликует рост индекса потребительских цен за прошлые месяцы в годовом исчислении. На протяжении предыдущих 10 торговых сессий фунт стерлинга демонстрирует уверенный рост по отношению к большинству мировых валют. На часовом графике пары фунт-доллар в начале этой недели наблюдается коррекция после роста котировок в конце прошлой недели. Ввиду общего восходящего тренда на данном рынке, а также ожидания более высоких данных по инфляции в Великобритании, мы рекомендуем заключение сделок на покупку от уровня поддержки 1.2475 с дальнейшей фиксацией прибыли у максимума прошлой недели 1.2672. Намного проще. Человеку нужен только интернет, компьютер, планшет или смартфон. И всего один звонок в Double Case, чтобы научиться читать графики финансовых рынков и стать успешным. Теперь успех доступен и вам. Double Case. Ваш путь к финансовым рынкам.